Имущество банкротного МУЭТ в Уфе оценили в 3 миллиарда 360 миллионов рублей. Такие данные опубликованы в отчете оценщика на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Контактную сеть трамваев оценили в 312 миллионов. Рыночную стоимость имущества банкротного управления электротранспорта определили в 3 миллиарда 360 миллионов при балансовой цене 463 миллиона. Оценке подлежали склады, административные здания, мастерские, гаражи, проходные, диспетчерские, тяговые подстанции, права аренды на 34 земельных участка в столице республики площадью более 155 тысяч квадратных метров. Напомню, МУЭТ был признан банкротом в декабре прошлого года. Чистый убыток предприятия по итогам 2020 составил около 145 миллионов рублей, а выручка 241,5 миллионов. Ранее в рамках конкурсного производства старые трамваи и троллейбусы, принадлежащие компании, продали как лом.